Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Хочу предложить вашему вниманию ролик, который я назвал «Удивительные фотографии» или «Клад-клад-клад-клад-клад-клад». Ребята, мне прислали настоящее сокровище. Мне прислали такие удивительные фотографии, точнее даже клад. Склад фотографий, огромное количество. Большое спасибо моему подписчику. Значит, сейчас я вам покажу, как его зовут. Вот так вот его зовут, Михаил Авдеев. Спасибо тебе, Михаил, это настоящий клад. Благодарю тебя, ты молодец. А теперь, ребята, очень вас прошу, помогите мне, пожалуйста, в этом деле во всем разобраться, потому что фотографий в этой библиотеке огромное количество. И я вам предлагаю мне помочь все эти фотографии просмотреть и самые интересные прислать. Давайте, поучаствуйте, давайте мы вместе с вами разберемся в этой сраной истории и найдем все самое интересное. Будем с вами искать электричество, все связано, ну и вообще все самое интересное, что не совпадает с официальной версией. Значит, вот это вот фотографии, тут их всего вот 6 штук, вот в этой, вот городские шпили. Но смотрите, ребята, какие они интересные, ну вроде бы шпили и шпили, ничего такого. Ну, так как вы знаете, что пошла уже у нас тема купольных генераторов, атмосферного электричества и так далее. Смотрите, что тут еще есть. Обратите внимание. Значит, написано, что эти фотографии собраны в 1964 году. Ну, какого этого года, значит, фотографии не ясно. Но, судя по машинам, какие-то старинные. Смотрите, что вот тут вот есть. Обратите внимание, какие интересные антенны стоят. Вот здесь вот какие интересные приемники. Так, поехали дальше. Вот здесь вот есть вот интересные эти шпили. Вот такие вот интересные фотографии. Вот, значит, шпили торчат. Видно. Смотрите. Опять. Видите, да, какая-то приемная антенна или наоборот распределительная. Опять же шпили. Везде. Вот такие вот интересные, ребята, фотографии. Смотрите, значит, откуда это все взято. Это, значит, Михаил мне прислал ссылку на Нью-Йоркскую публичную библиотеку «Цифровые коллекции». Значит, огромное количество здесь. Переходим вот так вот далее. И смотрите, ребята, это клад, 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 клад. Смотрите, ребята, какое огромное количество. Смотрите, все, что хочешь. И Европа, и Туркестан, и Россия, и вокзалы, шпили, охота, Польша, цари. Фотографии Херсонес, фотографии Херсонесского храма, Севастополь, соборы, Самарский кафедральный собор, город Тихвин, виды Валаамского монастыря, набережная Словенского монастыря, Деновская башня, Спасо-Преображенский монастырь, альбом Боровичевский областной, что-то там,
Исторические виды. Виды города Вутегру. Красное село. Город Ярославль. Села красного вида. Общий вид Суздаля. То есть все фотографии старинные. Смотрите сколько. Ёлки-палки. Смотрите на здоровье. И присылайте свои интересные находки. Кто что увидел, кто что заметил. Смотрите сколько. Смотрите, ребята, да это же просто клад. Так, виды Свято-Троицкой, Сергиевской, Троицкой лавры, Петергоф, виды Петербурга, Кольский полуостров, Троицкий собор, Москва, храм во имя Христа Спасителя, виды города Санкт-Петербурга, политехническая выставка, ёлки-палки, это же просто находка. Ну, Михаил, спасибо. Вот это у меня левший друг и первый кореш. Спасибо, ребята, спасибо за то, что присылаете такие интересные находки. Смотрите, сколько всего. Смотреть, не пересмотреть. Поэтому прошу вас, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала, давайте подключайтесь в работу, присылайте свои интересные находки, и мы будем вместе их смотреть. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, буду показывать вам много интересных документов. Смотрите, жду. Давайте, как написал один мой подписчик, я надолго залип у экрана. Предлагаю вам всем вместе залипнуть у экрана. Спасибо за внимание, до свидания.